Да, я тебя обгоню. Иди дальше. Алиса, у тебя есть зелье свободы? Алиса там на заднем катается. Аккуратно сейчас по над стеночкой к воде идем. Хождение по воде дали, побежали все. Воет сразу тут мобы в инвизе. Зада Луны, поставьте, пожалуйста, гильдбанк. Ну и чё? Зачем ты встал? Ладно. Догоним. Будет. Давай следующих агри там. Я этих держу. Thank you.
что, отсюда же бежим, да? Поставьте гильдбанк, кто-то, поставьте гильдбанк. Если нет зелья свободы, то мы вряд ли успеем. Не, даже через ваниш комп отвешается. Ладно, сейчас убиваем мобов, сразу гильдбанк туда один поставьте. Ну, я думаю, если на боссе не вайпнемся, то... Ну, в одного танка может что-то и получится. Сюда ГБ поставь. Ага, отлично, сейчас. Тоже выпью, буду бежать и медведей мобов укрепить. Алиса в танка, наверное. Да, Алиса в танка. Виби СС повесил. Веши СС. Пропиваем зелье в танке. Садимся, побежали. На маунта садимся. Ага. Сели, побежали. За луной, все за луной. Я там на середине прыгнул мишку по агре. Отлично, Виби, пробегай. Налево все. Все, умираем. Ну и все, теперь резаться быстро надо и бафаться за минуту. Еще диван есть. Отлично, давай приз диван снимай. Мастерс, давай по микстурке, через микстурку. Угу. Воид достал. Угу. Паудина так резко. Давайте и рыбу там. Рыбу поставил, кушаем. Ну я в ДД тогда, давай будем пробовать. Да убьем. Хилы хорошенько, мишку хильте прям хорошенько. Нормально будет. Далин там ДЦ, я думаю, спасут. ДЦ, твоя задача будет диспелить шок. На одного человека с рейда будет кидаться шок, как у шамана огненный шок вот этот есть. Угу. Его прям принципиально в секунду же диспелить? Ну он каждый тик там по 5000 где-то бьет. Я, то короче, есть он на одного кидает. Че там? Агрите. Приехали. Да, давай, поехали. За агро следим только. Нормально. А боссом все так же ничего не делают. Ди. Перед лицом босса не стоим. Все по рыси бьем. Смотрим тотем, тотем убиваем. Давайте сильнее. Должны успеть.
Рейс, рейс, забирай. Блин, летан тут меня. Это шок так бьет? Да, шок очень сильно бьет. Шок быстрее, дисплей быстрее. Я сразу же дисплей. Понял. Там он бьет на 20 с лишним и получается по 5к каждый тип. Вот для этого 1800 стамина анбаф идет, чтобы вы знали. На первом боссе это особо не было заметно. Третья рысь будет, да? Да, да. Прохил рейда. Забирай. Тотем не убиваем сразу. Приоритет тотем. Заклинатели, приз, маздиспел, дай. Отлично. Прикинь, это гарга переключилась. Рысь пропала, она переключается в трэш. Бабла. Слава бля, богу, я вообще не знаю. Сука. Идем быстрее, 3 минуты есть нормально. Вот отлично, видишь, отлично. ДПС хороший, тактика соблюдается, все шикарно. Наконец-то, наверное, Микскорка поверит в тактику этого танка, блядь. Да, я не знаю, что тут. Это же Мишка 80к. Нормально. Че, сундук? Ты его только можешь лутать, или я тоже? Да, я вроде только могу. Вы босса полутали сначала? Я босса взял лут. Да? Угу. Да, вон Микскорка забирает две шмотки. Ловкость, меткость. Третий троллейбой, да? Нет. На друида, на рогу. Ну, коленка ничего там. О, колечко. О, нормально. Так, давайте умирать тут не будем. Побежим к первому боссу. Пройдем трэш и АФК сделаем 5 минут. Перекурите все, потому что хорошо прошли. Да, и на рейтрика заходит кольцо, тоже неплохо. А что, получается, Злужин только остался? Нет. Три босса еще. Ёбаный в рот. Вот смотрите, остается еще 2 минуты ивента. То есть за эти 2 минуты должны убить 4-го босса и лутануть с него шмотку. Нет, это нереально. Там не шмотка, а ну этот маунт. А, Мишка этот взломал. Да, да. Там этот самый, кто он? Все умерли. Ладно, все чинимся пока месть. Кому надо выходить и починиться. И там, заходим в инст опять. Там же видишь, там если один какой-то крутой танк, там, допустим, Мишка, 2 роги и какой-то там, не знаю, ну какой-то ДПС нужен. Именно вот АОЕшный, вот допустим, 2 кота, охеренно трэш сольют, там какие-то сильные вот такие ДПСеры, чтобы они одетые были, тогда если трэш сливается быстро, да, если пробегаешь все это с диваном, с камнем, тогда да, можно и этот 4-й сундук сделать.
чисто в теории, просто ДПС больше надо. Выходим из инста, комбат висит на нас. Что будем делать? Вот я моба вижу, моб бежит на креста. А почему он на вас бежит, я не понимаю. Ну кто-то зашел раньше времени, пока последний кто-то не упал. И так из-за этого. Другого варианта нет. Заебись. Давай, так как грибы. Че, перерыв, да? Да, сейчас тогда моба убьем, давайте перерыв. Выходите все с инста. Давайте с инста выйдем, моба скипнем, пусть домой бежит. А эти сейчас что-то три босса остались, они такие же изёвы? Да, вообще весь данж изи, он просто по тактике. Не, ну я вот смотрел, типа, Зуламана последний, там не очень изи было. Он тоже легкий. Заходим в данж. Что всё, ты давайте делаем видео. После перекура будет разрол. Синоторнадо это умерли и все. Можно отойти уже? Перекур, ну. Добавим брейк. Ну с бомбами босс такой, но... Чтоб тупилого не было, там нельзя, что он будет дохнуть. А почем по ЕП шмотки вот эти 271?
Войт-то тут нет. Слышишь, вот как прикольная игра, когда шума нету. В Диси шума нету. Да ничего нету. Или где? Ну да, в Дискорде. Никто не фудит. Все ну, делают блин. То, что должны. Да, круто вообще. Тут дальше все от реакции будет зависеть. Ну, по поводу ШП, Хеклол, у тебя есть спек хила? А второй спек у тебя ПВП? Какой там ШП? Может быть турбо поможет, не знаю, если у нас знаний нет. Чулан. Почем там вот эти шмотки 271 по ИП? Какого у нас там? Ну, точнее, в смысле по ГП. Неправильно выразился. Повтори. Он, короче, спрашивает шмотки с этого инста, за сколько ГП уходит. Сундуки, все за полное ГП уходят. И трини. Ну, соответственно, если не нужен на этот спек, то на другой спек отдам за 10%. Троллейбой, рольте там. Ну, как раз для троллейбоя. Минут за 5 чулан, если что, вместо шипешника пойдет, подамажит нам на малокрасе. Если ДПС будет не хватать, то ему зубчу не поможет. Будет, накинь, пожалуйста, ГП за троллейбом. Так. Двоим. Так. Это что у вас? Оф спеки, да? Давай. 1326. Кольцо сразу 77 ролем. Кольцо? Давай я тоже поролю. Эл-Рей забирает, давай обмен. Забирай его, да. Тебе полезнее будет. Угу. Далин тоже. Ну, Эл-Рей, получается, это на успех. Ну, типа, да, мне профитнее будет с Вальки. С да. Далином говори, нужно ему кольцо, нет. Если Далин уступает, то тебе, если нет, то... Далин, сильно надо кольцо это. Вот это мишку.
все, будет тогда тебе. Давай. Ну на успех. ДЦ не надо, у нас один приз, кто ДЦшник же. Ну давай я успех, что там на РДРУ 10% сыграю. На третий успех. Ну 64-й шмот это без ГП я буду давать. Ну да, да, да. Только 3 не идут за ГП еще. Пускай валяется, потом может РДРУ сделать. Там хиклоу вопрос не в том, что ты сделаешь третьего хила. Дело в том, что нам ДПС там нужен. ДПС нужен еще помимо этого. Просто на этого босса мы тебя заменим. На чувана. На Зулджи не будем смотреть. Ну ты как ДК хорошо. ЛР, тебе нужна вот эта волынка? Левая рука. Да не, у меня ж сварды и топоры. Спасибо. Можно было бы на трансе. О, кольцо. Ой, пояс. Фисты не трансятся. Они фисты только на фисты. Я уже пробовал. Мне кажется, ретрики берут с хостой, по-моему, да? Который с профа. Это ТРПшный, вроде. С профа же он с хостой. Воет на ДД нужно, ожерелье. Да, да, да. Как раз на кота. Может котом десятку начну давать, если так шмот позаберет. Да без РПБ котом десятку нереально, не знаю. Ну да, там надо фулю чешку пробивать. Да все, уже... давайте все шмотки разролил. Виби СС по себе кинул. Садимся на маунтов. Все садимся. Побежали. А что там за этих штуки, интересно? Я понял, Виби, не вставай. Чё это? Масс-рез дашь, приз. Идол этот не сагрит ничего? Идол вот этот? Нет, нет. Его убить надо 2000. Убейте его, ладно. Но сейчас все равно не сохранится, если его рез. Вот это плохо. Я ж говорил, перед тем, как сюда идем, идите чинитесь. Нету дживса ни у кого. Портал Делран у всех камень откатился. Поэтому, если вы красные, то чинитесь. А есть еще хламобот такая тема.
перед боссом, не знаю, или сейчас лететь, или что? Чиниться? Убьем, а, ну не знаю. Давай вот этих мобов поубиваем. Спамьте в этого моба, то он барабан ударит и прибежит миллион мобов. Ну, лучше корни. Виби, а сколько у тебя до СС еще? 5 минут. Давайте бьем пока этих мобов. Ты СС дашь по какому-нибудь хилу, который с этим имеет, короче. Забирай. Мазли спел. Диспел. С черепа диспел. А этих бить. Просто у меня там прожимки, зеленка, ТДТП, понял, на мобах. Я часто это юзаю. Но у нас два прииста, паладин, в принципе, тебя будут раздиспеливать. Так, сейчас. Виби, сколько до СС? 3 минуты. Что делаем? Чинитесь как-то, я не знаю, красный там. Камень Даларан, починка. Что с вами еще делать? Виби, поставь пока мне шкафчик, пусть они чинятся. Давайте, портите, сделайте починку себе шмоток. А есть хламоботы, их продают, их же все могут юзать или только инженеры? Да нет, только инженеры, походу. А я могу через чужие врата пройти? Или нет? Не могу. Почему не можешь? Можешь? Вот смотри, я же могу. Вот смотри, пошел. Офиг. Так, пошел. Туда, обратно, еще. Через двое врат могу сразу подходить. Вот здесь. Врата. Один на четыре. Угу. Микстурка, поставь тоже врата. Блин, одни пропали. Чё там дальше бежать? Надо любить этого моба. Ну тут еще ждать. Давай,
я тоже подкроюсь. Ты сломан, что ли? Желтый. Партись. Сразу кидайте сумму, быстро починимся. У меня такая фигня, вот я выдвинула группа 1. Вот так вот. У меня, короче, я могу кликнуть только на Microsoft из этой группы. Сейчас я. Логаут сделай. Чего ты хочешь? Все. Че там, пробегаем дальше, да? У тебя есть. Так, давай СС по Далину. Ой, ебать, починилось. Микстуры сейчас захил. Все садимся на маунтов. Что, стоп, сколько еще до? Сейчас СС дает, секунду. Дали на тебе СС на маунты. Ага, даже так. Давайте, побежали. Отлично, Далин, сейчас встаешь и точечно начинаешь с пристов ресать, и потом те, кто дальше ресать умеет. Танк тоже саппорт надо мне, да? Да, тут саппорты надо всем. У меня всего 5 саппортов. Ну, в принципе, я без саппорта там могу иметь скоро, чем мне. Даже саппорт. Так, ну что там по боссу? Я буду держать, да, босса? А, тогда, если ты босса, тогда ты без саппорта. Я саппорта потом выдам. За хила рейда. А обязательно миликом саппорт пить? Да, шотать будет. Может шотнуть. Дыхание? Дыхание 28-30 где-то. Okay. Must dispel. Не забывай. Осторожно сыграл. По черепку играем. Смотри сам, как хочешь, на трэше будешь или на боссе. В принципе, диспеллеров очень много. Ну и друиду трэш легче держать. Более друиду, да, трэш легче. Да, давай ты на трэш. Давай я на трэш. Диспел с креста.
пожалуйста, кто не был плюсаните в рейд. Именно в общем на этом боссе. За. Плохо. Смотрите, ну здесь умереть можно только на бомбах. Бомбы кидает босс, притягивает всех в центр и раскидывает по платформе бомбы. Будут убегать люди на место, где меньше бомб. Радиус взрыва бомбы там 4-6 метров, то есть очень маленькие. Такие желтые огненные кругляшки будут на полу. Вот. Кроме того, что бомбы наносят дамаг, еще вот здесь, где вот я кружок стою, вот здесь от этого факела до этого факела будет огонь. И вон там, где мостики от тех факелов, тоже будет огонь. С трех сторон, получается, будет огонь. К огню тоже нельзя подходить. Бомбы будут взрываться через секунд 6, через 5-6 секунд, когда они прилетят на землю. И огненные вот эти стенки, где факелы стоят, где я вам показал, где мы сейчас стоим, тоже будут взрываться в радиусе там 6 метров. То есть нужно будет стоять на месте, где меньше всего бомб. Вот, следите за людьми, как они бегают. И если вы не уверены, что вы, как это сказать, типа, ну, типа, не знаете, куда отбежать, заочковали, там, ШП нажимает тучку, а ДЦ, ну, кто знает, молится богам. Задача ШП и паладина будет. Выбирайте воида как цель, запомнить. И когда выходят дракончики, разбиваются яйца, вы с него диспелите. Сейчас я скажу, как этот дебаф называется. На этом боссе ДПС не нужен. Главное соблюдение тактики. То есть соблюдаем тактику, босс легко убивается. Сопроты получаем у Луны. Вот я вам линкнул удар пламени. Вот это вы должны будете продиспелить. Обмен давайте. В Луне получаем сопротики. Диби, у тебя когда-нибудь будет бес? У тебя есть бес? Ну да, да, приоритет с Фойда. Он может кинуться на любого с рейда, на кого сагрятся эти драконы. То есть эти драконы кидают дебаф. Много дебаф. 20 на... Что, всех залагал? Ну, Микструк подлагал. 20 стаков получил. Ну, это микстурка лагает. У меня спинка 49. Давай. На тебе и на мне будет. Если те, кто не уверен, бегайте за печенькой или за луной от бомб. То есть ты отходишь тоже. Понял? А, подождите, я еще меточку поставлю сейчас. Смотрите, внизу, где лестница, поставил крест и квадрат. Оттуда выходят мобы. Креста будем зергать, полностью убиваем. Квадрату оставляем где-то 150-100 тысяч. Вот, так как я на боссе, будешь анонсировать, когда они выйдут. Все, еще раз готовность и давайте поехали, если все готовы.
Смотрите, от стенки так же само. Надо отбегать. Это получается как бомба у босса. Стенка взрывается, и в радиусе 6 метров она наносит там овер до хрена урона. Стенка появляется здесь на лестнице, за боссом и там, где мосты. Все готовы? Поехали. Мобы вышли. Переключаемся, крест убиваем, череп убиваем. До 100 тысяч доводим, дайте корни, тот, который без меточки, корни дайте. Бетит до 100 тысяч где-то хп его. На 150, потому что еще не будет. Все, стопайте. Как будешь всех собирать, да, мобов, скорее всего? Ну ладно, давай тогда не всех забьем. Доведи там моба себе до 10 тысяч, как тебе удобно будет. Бомба, смотрите, осторожно. Ивинар, бомба слева. Эвейдинг. Вам метки поставили луну и кружок, для чего? Она прям во мне появилась, и не увидела. Ну так поставили метку луну и кружок. За этими метками, если не уверены, просто бегайте, да и все. Давайте, поднимайте. Ну, тут третьего не дано, такого не бывает, если ты далеко от бомбы и тебя убивают. Здесь такого нету. Что вам там, замена не нужна? Пока мисс нет еще. Мобы вылезли. Череп заливаем, второго моба до 100 тысяч доберем. Стамину бафнули под полоку и каску. Доводите моба. Стопнули. Бей тоже босса будет. Они там по одному пока не бьют.
лови. Эл-Рэй, иди сюда, к Луне. Пожалуйста, к Луне подойдите. Да я вижу, я ж ни разу еще не убил. Виби, сейчас добивай моба. Ауе, на пол, да, я. Да, да. Трэш, вливаемся. Сейчас 3 секунды. Сейчас мобов убьем и бернишь его. Далее, но это не ты. Бернишь. Мобы вылезли, давайте. Убивайте крест. Квадрат не трогайте. Квадрат потихоньку тоже бейте. Войд, берни, пожалуйста, паладина. Я уже бер. Он опять упал? Сразу пробафать каску и стамину. Почему оставьте где-то? Все, не бейте мобов, пусть. Кинь на Далина. На Далина давайте. Один СС у нас остался. Это УСС БР Далина. Все, бейте трэш. Только диспельте его. Моба, добейте на мосту, который. Переключитесь на него. Все, бьем босс. Да, квадрат не трогаем, сливаем крест. Точнее, крест не трогаем. Слушай, хилы особо не потеют. Давай всех мобов возьмешь, да и все. Главное, ТП, чтоб диспелил, и будет все изи. Да не надо вообще тогда никого не трогать. Бейте босса, не трогайте, да. Босса, бейте. Смотри, если переведем в 35%, когда будет, все яйца вылезут. Стопните по боссу. Ждите, пока яйца будут выходить.
дракончики маленькие. Стопайте по боссу, ждем. Первый дракон вылазит сразу, можете в него вливаться, он вам особого урона не нанесет. Бомжей этих убиваю? Череп? Да. Нет. Выключать этот дракона. Сливать. Второй выходит, просто второго. Отлично. Как раз пока бомба откатится. Отлично. Бомжей, да? Все, давайте сливать могут. Да, давайте ДК войска потихоньку. Да, войско побежало на другого моба. Да пусть будет. Ой, как херово. Моба клейте. Да, все, босс манекен, не умираем. Достаточно одного танка и одного крыла, чтобы его добить. Не знаю, прикольный босс вот этот. Когда Геру откроют, вообще жесть будет просто. С него механика срисована ик в яме. Но очень криво. Ну, вот этих бомбочек. А, я понял, что такое. Ну, там наподобие. Мне нравится Берса, у него, конечно, просто жесть. Угу. Вот он, Берса у него. Почитаю. Да ну, мы тут впервые были, я не помню. Я с Тёмой танчил, мы вообще дохлые были. Есть сюрприз для вас. Шлем красивый зато. Это обычно мой гладиатор носит такой. Ты сам танчишь, я ТД спятился. Сейчас я чулану черкану. Ой, сколько ты шмота на кота за этот рейд взял просто? Не знаю.
прист, который шипешник, ксек, лол, собирай какой-нибудь другой спек, чтобы у тебя был. Потому что вот видишь, например, здесь в этом данже проблема с шипешниками на вот этом халазаре. Молокрас. Молокрас. Ну да, молокрас. Прошел у меня сейчас четвертый, наверное, я бы учил наконец-то именно этих голосов. Ну смотри, здесь бы можно было похилить ДЦ и Холи Престон, если бы нормальный Холи Прист у тебя был, например, одетый. Да, на Зулджина будем тебя брать туда. Вернем этот статик, который будем пробовать. ДПС-то, по-моему, хватает. Да возьму хоть. Главное, чтобы никто не умирал там, да и все. Ну, скажи, с этим танком есть два бафа от ДК танка, лол. Так что все шикарно. Че, этих тоже, да? Я впервые себя вот чувствую полезный в рейнде. А там в танке ты не полезна? Нет, я имею в виду в ДД-спеке полезный. Просто бы если был бы анхолик, мимо, не было бы его силы отведи, поганить. Мимо, мимо. Анхолик в Т4 полезный, он бомжей вызывает. Очень. На четвертой фазе. Я про то, что будь я вторым анхоликом в рейде, я была бы не такой уж полезной, потому что я бы не давала силы погань. Ну да. Бануться. Ну, медведь. Наш, блядь, пятками на эту колонну подлетает вверху. Ну, всяко лучше, чем куча фуриваров бесполезных. Фуривары очень полезны. Чем? Они рулят на рече. Чем они рулят? А ОЕшат? Да. Ну и чем это полезно? Ну, если ты реча 25 гир убиваешь и людей в вальках не разбиваешь, то фуливары бесполезны. Не, я ж не говорю, что типа они вообще в рейде не нужны. 3, край 4. Фуливары топ. На лече 25 гер, понимаешь? Просто номер один. Никто. Да, Ретрику скажи это в фулл силу шлемом. Он их обоссыт. Нет, вары все равно сильнее. Сейчас я логаут сделаю. Ну разве что с 4-4 они сильнее. А с той хуйней, которую они собирают, они сильнее. Все это ну, типа бис вара, которая 2Т4 и 2Т10 собирают. Ладно, года через два я сделаю бисового вара, и тогда поговорим. Окей. Да мне кажется, раньше. Через года два я сделаю бисового вара и буду играть на танк. Через года два, я думаю, я...